субботу на рынке Селянка возник сильный пожар. Огонь охватил и одноэтажное кафе «Сказка», и ряд торговых павильонов, и детскую площадку. Сгорел дотла даже уникальный музей футбола, принадлежащий Эммануилу Ганеву, которого еще называют Миша Болгарин. Стоит отметить, что в музее футбола побывали все знаменитые футболисты, которые когда-либо приезжали в Одессу. В общей сложности выгорело около 480 квадратных метров рынка. Тушить пожар прибыло 11 единиц пожарной техники. Стоит отметить, что спасатели работали по повышенному рангу вызова, поскольку из-за близкого расположения торговых павильонов огонь мог распространиться по территории всего рынка. Полностью ликвидировать возгорание пожарным удалось за 3 часа. Так как объект находится с сильной горючей загрузкой, распространение огня пошло дальше. Сотрудников было задействовано около 60 человек. На данном пожаре жертв не было. В воскресенье уже в другом конце города пламя вспыхнуло на строительном рынке «Союз», что на Днепропетровской дороге, и охватило сразу 4 контейнера с лакокрасочными материалами. На этот раз возгорание на общей площади 150 квадратных метров произошло из-за нарушений правил безопасности во время проведения сварочных работ. Усилия пожарных вновь позволили избежать трагедии. Хотелось бы предупредить работников рынка, что при каких-то выполнении каких-то огнеупорных работ, чтобы это было, знали директора рынков, чтобы была организована работа по предупреждению пожара, чтобы впредь не возникали пожары на рынке. Пока размер нанесенного ущерба и реальные причины возгораний на строительных рынках Одессы устанавливает следствие, предпринимателям стоит быть начеку. Екатерина Лапицкая, Эдуард Шендерович, Алексей Фесуненко, Новая Одесса.